Привет, друзья! С вами снова Серафим. И мы будем продолжать наше замечательное прохождение этой супер классной и очень страшной игры Alien Isolation. Ну, не знаю, как вам, а мне так точно бывает очень страшно. Но интересно. Поэтому давайте так. Что нам нужно? Нам нужно добраться до бюро службы безопасности. Все это наши транзитные станции, лифты всякие. Так, а куда нам? А, нам сюда. Все. Терминалы ожидания. В общем, будем. А зачем нам туда надо? Сэмюэлс и Тейлор, Уэйтс и Рикардо ждут в бюро службы безопасности. Нужно вернуться к ним и обсудить, что делать дальше. Рипли, мы в штабе службы безопасности. Поднимитесь по лестнице и поверните направо. Меня не встретят? Сами найдете. Огонь. Ну, это вроде дружественная территория. О, чертеж. Можно? Не работает. Плохо. Что это? Так, патроны есть. Вроде тут должно быть безопасно. По идее. А там как повезет. Так что у нас ящики какие-то. Все, как всегда, видите вы в граффити. Кровище какое-то замазано, кресты какие-то. Так, судя по всему, куда нам? А, направо. Это туда. Ну, давайте еще тут глянем. Патроны, патроны. Это хорошо. Патроны, это очень хорошо. Так, может тут... Ух ты. Я уже думал, пушка какая-то. Это прицеп всего лишь. Так, не подходить. Везде тут все. Не подходи, не трогай. То есть люди обозначали, что сюда не надо. Так, это красный коридор. Так, кровища, а, вентиляция. Ну, понятно. Так, чужого вроде нет. Ни своего, ни чужого. Так, что здесь? Ну, хорошо. Сколько у нас? А, у нас 5 аптечек. Так, что это такое? Дымовая шашка? Не надо нам шашку. Все, надымим. Такое. В этих пейзажах просматривается отчаяние людей, которые пытаются выжить. Так, этанол мы взять не можем. Полный бак. Сенсор. Одни кресты. Все, ничего хорошего. Colonial Marshals. О. Карту обновим. Вот. Нам вот сюда. Давай. Какие-то люди, ну, будем надеяться, что хоть эти будут мирные, потому что, ну, уж как-то всех, нам-то не жалко, мы можем всех перестрелять, но нужно наших союзников. Это ты? Ты включила транзит? Здорово! Ну, вроде они рады мне. Необходим код. Код для чего? Наверное, закрыть всю эту байду. Ну, я бы закрыл. От греха подальше.
Я же надеюсь, это от вас реагирует. Так, в общем, маршалы, офицеры, наверное. То есть им не нравятся офицеры местным. Да, что-то пошло не так. Не знаю почему. В общем, может, что-то они не так сделали. Как Тейлор? Стаби, скоро уже на ногах. С ней там Сэмэрс. Ясно. Ну, вы восстановили работу транзитной линии, так что мы квит. Где Рикардо? Выполняет мое поручение. Язык, тут в камере Марлоу. Потолкуйте пока с ним. Этот прохиндей притащил сюда ваш самописец. Где корабль Марлоу? Где Анасидора? На парковочной орбите. Этот мерзавец не дает нам коды, чтобы провести корабль сюда на автопилоте. Может, хоть вам удастся его вразумить? Поговорить с ним? Так, ну аж это чертеж какой-то. А ну отдай его мне. Засранец. Не дает там чертеж. Наверное, надо что-нибудь сделать. Так, ну сейчас мы быренько осмотримся. Я понимаю, что я так более тщательно стараюсь и долго проходить. Потому что, во-первых, игра на самом деле очень интересная. Не знаю, как вам, мне очень нравится. Но я думаю, если вы смотрите, то вам тоже. Вот так, тут дверь заперта. Ух ты, что там? Какая-то штучка хитрая. Да это же огнемет. Не, ну точно это огнемет. Смотрите, баллоны. 100 пудов. Нам дадут огнемет. Вот это будет оно. Это будет самое оно. Так. В общем, нам нужно поговорить с Марлоу. А, тут кодовая дверь. Тут, подожди, мы пропустили какой-то бортовой компьютер. Вряд ли тут где-то сохранение. А, вот сохранение. Все. Это коридор, по которому мы пришли. Так, сохранение нам... Не, ну, конечно, не помешает, но... Как я и говорил, что то у них сохранение... Как сейчас на каждом шагу, то... Их нет вообще. Так, а, здесь компьютер. Все, я понял. Нам пока что к нему не пускают. Подожди, а как я поговорю? А, сюда мне нельзя, да? Тут смотрите. А, это наши друзья. Все. Все, я понял. Нам вон туда. А, нас не пустят только пообщаться. Марлоу? А ты кто? Я Рипли из Волонтьютена. А, явилась за своим пустым ящиком. Да вы, ребята, упорные. Я здесь по личному делу. 15 лет назад на Ностромо летела моя мать. Что, правда? Надо. Мы не нашли корабль, только самописец. Я чую, ты что-то недоговариваешь. Что еще вы там видели? Отсюда выбраться. Как насчет сделки? Выкладывай. Я хочу знать все. Что-то мы поговорили и... Нет, на связи. Как слышно, Льюис? Что это? Я бы хотела добраться до этой штуки живой. Тебе нужна штука. Какой такая с собой. Хочешь покажу? Извини, Хайс. Я микроскоп захватываю. Так, хватит придуриваться. А ну все собрались. У нас важная задача. Вообще, что это? Где мы? Что это происходит? Найти сигнал устройством слежения. Подожди, что это? Марлоу и команда Анасидор обнаружили на поверхности планеты маяк. Ищи сигналы. Нужно найти источник сигнала. Найти сигнал устройством. Подождите-ка. Ага, есть. Фостер, Микс, смотрите в оба. Есть? Подождите. Это мы... Неужели мы на той планете?
Блин, мне кажется, если это та планета, если вы поняли, о чем я. В общем, где вообще все начиналось? Классно. Вы посмотрите. Мы вот отошли буквально на несколько шагов от корабля, и уже нифига не видно. Не, ну вообще круто тень. О, о. Мы где-то рядом. Зашкаливает. Какие-то посторонние звуки непонятные мне. Что это? А, это тень. Искажение изображения. Ну давай. Поищу слабое место. А вы ждите здесь. Это я, Марлоу. Нет, карты у нас нет. Идти к источнику, найти обходный путь мимо завала. Так, ну, ничего ж не видно. Самому не залезть. Аист, подойди, подсади меня. Так, неужели я пойду? Давай. Давай. Блин, не, ну как классно в скафандре. Вроде полагаю. Нашел проход, пойду проверю. А если ты не вернешься? Значит, еще подождите. Ну, молодцы, если не вернешься. О, блин, куда это? У меня аж красная лампочка мигает в скафандре. Явно это не к добру. Так. Ух ты, блин. Надо аккуратней. Не-не, парень. Давай аккуратно. Каким-то чудом. Путь назад отрезан. Буду искать обход. Осторожней там, ладно? Буду стараться осторожно. Ух, зашкаливает фигня. Что-то тут явно. Так, вот только до сих пор не могу понять, что это за планета. Либо та, на которой действительно все началось. Тут самый старый корабль с сигналом, либо здесь будет этот самописец, который этот Марлоу с командой нашли. Здесь сигнал более четкий. Я откуда знаю? Я думал, тебе нравится такая жизнь. Я живу сегодняшним днем. Так, ну нам намекают, что туда... Ну тут вроде путь один. Да, опасно, опасно. Марло, мы тебя видим. Погодите, я вроде что-то нашел. Такая музычка, конечно. Так. Вот туда. Хоть бы не яйца с лицехватами.
Хотя, конечно, прикольно было бы на это поглазеть. Так, сюда. Нашел трещину в скале. Сейчас взорву, отойдите. Вот. О, хорошо. Хорошо пошло. Так, ну, конечно. Не стрёмно им было вот так вот шариться. О. Ну ладно, пошли. За мной. Не, ну может вы вперед, ребят. Давайте, идите вперед. Так, а что это? Возле жизни у нас еще квадратик какой-то. Туда. Аист, подойди, подсади меня. Ну, опять меня вперед. Но, с другой стороны, мы будем в первом ряду и увидим все самое вкусное. Давай. Хоть бы лбами не стукнуться, чтобы не поразбивать скафандры. Интересно, зачем у нас два микрофона в скафандре? Блин, стрёмно так. Ух ты, ух ты, ух ты. О! Да ладно! Да, это та планета! О, блин, вы вот все, кто смотрели Чужих и Прометей предыстории, вот он, этот самый корабль. Я уже понимаю, к чему это все идет, но не буду спойлерить. Думаю, и так вы все знаете. Да, вот мы подошли к кораблю. Да, не, ну это вообще отдельно жму руку разработчикам. В детстве, да и так, одни из моих любимых фильмов были про Чужих. Даже сам ксеноморф мне безумно нравился, как живой организм. Ну и здесь, вы сами понимаете, что можно побывать в шкуре этих исследователей. Действительно ощутить всю мощь ксеноморфа на своей заднице, когда вы прячетесь везде, боитесь его присутствия, понимаете, что это сила, это мощь. Так, сзади что-то разглядывает, парень еще идет. Давай, то есть ладно, не буду говорить, что там будет в корабле, я думаю, все знают, но те, кто не знает, для них будет сюрприз. Так, осмотрите инопланетный корабль. Ну давайте, давайте осмотрим, я с удовольствием. Вы же представляете, сколько они нас пугали-пугали. Ну, этим стелсом, а теперь нам дадут немножечко покайфовать еще. Ух, да. Корабль, конечно. Крут. Так, ну давайте сюда и зайдем. И вот прямо сейчас захотел пересмотреть все фильмы подряд снова. Посмотрите, вот оно. Большой. Как говорится, вот она, рыба моей мечты. Так. Фонарики, конечно, нацелены у меня как-то вниз, а у ребят вверх. Ну. Вниз это чтобы под ноги смотреть, понятно. Так. Не, ну посмотрите. Класс. Да, оно то... О! Вот оно.
Легче на поворотах. Не повредите тут ничего. Сколько вам? А там что? Если предположить, что это там. Сейчас. Я хочу посмотреть. Тихо ты. Что? Ты боишься? Извини, приятель. Дайте мне залезть. Да, это я залез, я. Теперь это наша собственность. По праву. Дать, я хочу посмотреть. Значит, возьмем, что сможем, потом вернемся. Поищите, что еще тут есть. Так, давайте что-то обойдем. Какие-то следы? Следы? Что это? Подождите. Вот он. Да? Да, вот она дырка. Да уж я понял. Черт. Да, вот она дырка. Если они живы, ни хрена не получится. Сейчас выясним. Я найду и отключу маячок, чтобы сюда больше никто не явился. Фостер, Хайст, вы спуститесь ниже, гляньте, что там. Так, в общем, вот это то самое отверстие, что из него кое-что вылезло. Так, а нам... А куда? Нам куда-то сказали что-то посмотреть. Я пока рассматривал этого гиганта. Так, ну... Так, тут надо аккуратно под ноги смотреть. Что ты смотришь? Да, конечно, супер вообще. Одно дело фильм смотреть, а другое дело тут пошариться. Кстати, не знаю, почему у нас горит лампочка красная, мигает. Так, залезать нам пока не надо. Что это? Сюда, наверное, не надо было. Давай. Так, ученые. Так. Ну. Ой-ой-ой. Там страшно. Ну, такое нам сюда как-то надо будет. Ну, а как? Ну. Найти маяк. Ну, как мы его найдем? Смотрите, найти аварийный маяк. Ну и где он?
где-то там. Меня уже ждешь. А я тут шарюсь. Так. Ну, смотрите, как тут все. Как тут все запущено. Да, конечно. Страшно, это не то слово. Что это? Микс, я нашел маячок. Сейчас посмотрю. Ух ты. Ну понятно. Да. Что это такое? Круто до невозможности. Не знаю, в чем дело, но маячок отключился. Ты должен это увидеть. Да, иду. Да, крутая штука. Какие-то шарики. Такая дымка на полу. Не, ну вообще воссоздали супер. Да. Не перестану этим восхищаться, это классно. Я бы, конечно, тут шарился и шарился. А, вот они наладили все-таки туда спуск. Ой, интересно, кого же они туда спустят? Судя по всему, Марлоу у нас был, мы с ним общались. Этот сейчас у нас показывает, как бы немножко назад отмотали, то есть что произошло. То есть он рассказывает нам историю. Ну, скорее всего, не нас должны были спускать. Ты зачетная. А, я встегивайся. Ну, спасибо. Решение. Все, давай. Пацанчик. Я погнал. Конечно, ничего не видно. Что, куда мы плывем? Под ногами, ну, сплошные наросты. Тут со времен Прометея прошло нормально времени. Вот это да! Нет, не подходи к ним! Не подходи. Ребята, не подходите туда. Ай, кошмар. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Посмотрите, сколько их. Ну и кто будет первый? Смотрим и радуемся.
я говорил, не надо туда. Скажи мне все, где твой корабль? Дай мне коды управления. Если мы снимем блокировку внешних коммуникаций, мы его сюда пригоним. Хочешь, чтобы я говорил? Вытащи меня отсюда. Не надейся, Марлоу. Да что ты. Ну, если что, я здесь. Уэйтс, у меня в технобашне все датчики вспыхнули. Тварь здесь. Приступаем к плану Б. Я хочу вам помочь. Идите сюда. У меня для вас кое-что есть. О, давай, давай, давай. Спасибо. Так. Батарейки для фонаря сейчас. Место. Надеюсь, работает. Мы идем на зверь. Звери боятся. Надеюсь, вы правы. О, 5 сотен топлива. Супер. Я придумал, как изловить тварь. Вы сейчас поезжайте к Рикардо в технобашню. Я буду руководить из штаба. Так, нам нужно добраться до технобашни Лоренс. Не, ну... По-моему, вообще супер получилось. Сейчас мы... Ребят, хоть бы вас не съели. Сейчас посмотрим, что там да как. Первой ловушки больше нет. Уэйтс, мы остались без одной ловушки. Взрывчатка, которую мы заложили в жилой башне, сдетонировала. И мне сообщают, что... И мне сообщают о повреждениях в терминале космопорта. А этой твари хоть бы что. В Сан-Кристобале какая-то активность, может, существо вернулось туда. Доберись до транзитной станции научно-медицинской башни, только бы сенсоры в приемном отделении еще работали. Так, общее. Об ареста. Камера 2. Марлоу Генри. Дело номер бла-бла-бла. Статус задержан на неопределенный срок. Камера 1. Танака Майк. Дело номер... Пьянство и нарушение общественного порядка. Статус посажен на ночь в камеру, чтобы протрезвел. Пустить с предупреждением. Камера 3. Вебстер Роберт. Дело номер 343. Домашнее насилие. Отпущен на свободу в результате нарушения режима безопасности станции. То есть у нас тут еще кого-то отпустили. Это аудиоутилиты нету. Так, наверное, мы... эту серию сейчас закончим. То есть покайфовали. Не знаю, как вы, но я так вообще протащился. О, ряд. Не, ну это вообще, по-моему, наглость. Рядом враг. Так, здесь у нас... Куда нам хоть идти? До технобашни. Нам сюда. О, давайте тогда здесь еще обследуем. И вот обследуем эту комнату и закончим эту серию. Так, наша подруга. Ух ты, какой классный костюм. Броняня. Что тут у нас? Так, наш друг куда-то ушел. Смотрите, какая красота. Вообще. Супер. Ты представьте, мы везде вот это шаримся. Thank you.
Вот оно что. Этот Ренсом совершил классическую ошибку. Захотел поймать живьем. Но все мы знаем, что это не надо делать так. Конфискованное имущество. Малые боеприпасы и вооружение различные. Плазменный резак. Третьего уровня. У него есть плазменный резак, а он нам нужен. Бортовой самописец Вэлнелд Ютани. Корабль Нострома. Ну, мы его видели. Так, часы, бумажник, личные вещи, медицинские препараты, вероятная контрабанда, фармакс, на пролив. Нет гербовых марок. Общая ошибка аудио. Так тайком и провезли девушку. Так, тут у нас все закрыто. Так, тут у нас больше ничего. Девушка, наша подруга лежит, поправляется. Ой, здесь еще открыто. Что у нас здесь? Хоть зайти посмотреть. Если, конечно, мы что-то в этом хоть понимали. Монитор. Так, это изображение нашей станции. Ой, понятно. Так, ну давайте действительно будем эту серию заканчивать и побыстрее уже пойдем испепелять. Я извиняюсь, но тут, по-моему, еще какая-то дверка. Мне аж интересно, что тут. Тут тоже была какая-то камера, жетончик. Что-то лежит. Что у нас здесь? Клей-сенсор. Аптечка. Тель Молотова. Ну, давайте, я не знаю, коктейль Молотова сделаем один. А, для него надо вещество Б, два сенсора, взрыватель и два этанола. Ну, давайте сделаем. Аптечек у нас вроде хватает. Пусть будет коктейль Молотова. Пригодится. Клей. Ну, клей, ладно уже. Тут где-то мы еще... Так, еще что-то было. Бутылка, наверное, это клей. В общем, не помню, где там была бутылка. Давайте все-таки сохранимся. Так, не забываем. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк. Если вам интересно продолжение нашего прохождения и вообще очень много классных и интересных видео, то обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить хорошие видео. В общем, пока и до встречи в следующей серии.